Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня 4 мая 2018 года, и я хочу сегодня вам показать вот на некоторых сортах, как проявляется нехватка азота. Вот этот гибрид номерной у нас идет, посмотрите. Вот типичная нехватка азота. Вот посмотрите, нижние листья, вот они уже совсем пожелтели. Здесь даже уже отходит. Вот чуть выше, вот самые нижние листья, вот нехватка азота. Вот жилки еще остаются зеленые, края уже пожелтели. И сам, вот следующий лист, он бледно-зеленый идет, посмотрите, если хорошо видно. И чем выше, тем она зеленее. То есть, почему это происходит? Во-первых, это здесь внесено, как вы знаете, здесь большое количество опилок. У нас земля засоленная была. Опилки, когда начинают работать, сильно употребляют азот при этом микроорганизме. Поэтому и еще одна причина, то что здесь, если вот этот гибрид дает большое количество урожая, вот дал, вначале вот она шел, прям весь усыпанный был. И поэтому она быстро забирает азот. Поэтому дополнительно сюда надо вносить азотное удобрение. Но это тоже вот как по сортовым характеристикам, потому что здесь вот рядом гибрид, рядом вот посмотрите, тут зеленый, а она до самого низу зеленый, совсем зеленый. Он вообще не показывает азот. Но этот гибрид, конечно, еще и меньше урожай дает, но тем не менее. Почему спрашивают, как кормить, сколько кормить, чем кормить? Многие теплицы просто там рекомендуют вот этот, нет, так нельзя рекомендовать. Надо именно по сортам. Каждый сорт, она имеет свои особенности и по удобрениям, и по микроклимату, и по формировке. Данный гибрид вот у нас, он показывает, он сильно реагирует на нехватку азота, поэтому... Здесь, конечно, чуть-чуть надо азотный, в виде азотных удобрений, нитрат кальция, нитрат магния, нитрат калия добавляется. Плюс, конечно, чуть-чуть аммиачный, вот летний период, аммиачный селитр тоже добавляется. Надо, необходимо добавить, чтобы восполнить эту нехватку азота.